Мир вам, дорогие братья и сестры, все наши гости, кто посетил нас сегодня и кто включается с нами в прямой эфир на поклонение Господу. Сегодня 14 июня, День Господень. У нас служение начинается немножко раньше обычного, с 9 утра теперь, лето, точно это будет время. Мы попросим Божьего благословения на весь этот день. У нас он особенный, будет второе служение на английском языке чуть позже, поэтому будем просить, чтобы Бог приготовил и благословил всех нас. Дорогой и любящий наш Господь, благодарим Тебя, что Ты продлил нашу жизнь. Обновилось Твое милосердие, Господь. Мы на земле живых, и мы в доме Твоем. Боже, как это ценно иметь общение с Тобой, с народом Твоим. И мы поклоняемся Тебе, как давшему эти блага, как подарившему нам спасение в Иисусе Христе. И желаем возвеличить имя Твое в совместном поклонении, в прославлении Тебя в пениях, в молитвах наших. Ты достоин хвалы, Господи. Мы благодарим Тебя за все благословения, которые мы имели на этой неделе, что Ты посещал нашу землю этими благодатными дождями, что Ты орошал эти борозды высохшие, Господи, наполнял реки и водоемы. Мы поклоняемся Тебе за это и просим, вот эту милость продли над нашим штатом, страною, чтобы, Господь, благо было земле, благо было живущим на ней. Мы хотим поблагодарить Тебя, что дом молитвы наполняется жаждущими слушать Слово Твое и общаться. Благодарим Тебя за всех, кто пришел в это утро на собрание, за наших детей, за молодых, за старых, за тех, кто бодрый, кто болен. Ты благослови. Мы также благодарны Тебе, что Ты всегда посылаешь нам общение с нашими друзьями и близкими, за гостей, которые посещают нашу церковь, разделяют с нами общение. Слава и благодарность Тебе. Господи, мы просим Тебя, излей Твое благословение на братьев, проповедующих Слово. Расскажи нам, Господи, о Тебе, разъясни нам истины Твои и благослови, чтобы мы их приняли и исполнили в жизни. Да будет имя Твое сегодня особо-особо благословенно в сердцах наших, в сердцах всех пришедших на поклонение Тебе, наш дорогой Господь, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы будем петь молитвенный и торжественный гимн «Отраду небесную для сердец нам послал Отец». Thank you.
дорогие, мы сейчас помолимся о маленькой девочке Верочке, которую принесли сюда родители Игорь и Мария Давиденко. Пожалуйста, вот наши друзья, приходите сюда. Мы будем молиться Господу. Сердечно вас поздравляю, дорогие. Я помню, не помню, когда это было, но помню, что мне приходилось давать наставления. Сколько прошло лет? 10 лет. Сколько у вас деток? Двое, слава Богу. Вы знаете, это радость, дорогие друзья, когда у нас детки есть. И вот смотрите, я сегодня пел вместе общим пением и смотрел наших детей, они тоже поют Господу. И это действительно, вот как сказал Соломон в 126-м псалме, «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Награда от Него. Часто люди сами себе делают награды. Был такой вождь у нас, Леонид Ильич, кто-то помнит, да? Он любил очень награды. Однажды он вручал Суслову медаль или орден дружбы народов. Говорит, о, а у меня такой нету. Ну и потом ему через несколько лет подарили этот орден. Но люди делают себе награды, понимаете? А вот здесь дети – это награда от Него, плод чрева. То, что мы видим в нашем собрании детей, дорогие, знаете, может, кто-то считает, что вот они мешают нашему служению. Да, это было даже во времена апостолов, когда они подходили, докучали Иисуса Христа, чтобы Он благословил. Нет, не беспокойте учителя, не надо. Но вы знаете, блаженная мать Тереза Калькутская сказала такие слова: «Как можно говорить, что в мире слишком много детей? Это все равно, что сказать, что в мире слишком много цветов». Братья и сестры, это награда от Господа, это прекрасное создание Божие, эти чистые, светлые душеньки, которые сегодня начинают свою жизнь, да, потом у них будут трудности, они познают, что такое весь мир лежит во зле. И вот поэтому мы собираемся для того, чтобы вместе помолиться. Я не знаю, о чем думает Игорь и Мария, когда у них на руках эта маленькая девочка. А может быть, она станет, братья и сестры, врачом, кому-то спасет жизнь. Я вспоминаю, когда лежал в госпитале, и после операции у меня была очень сильная температура, я горел. Мне нельзя было давать антибиотики. И вот я помню, когда одна молодая девушка, она была медсестрой, она не знала, что со мной делать. Позвала более старшую сестру, тоже такую опытную. Они меня взяли, обложили такими мокрыми полотенцами, и так, чтобы я не сгорел, как бы, понимаете. Я вот вспоминаю, молодая девушка, да, она не думала, что когда-то она будет пастор Русской Баптистской Церкви лечить. Не знаем, кем будет Верочка, братья и сестры. Не знаем. Может, Господь даст ей быть миссионеркой, служить для Господа. И я очень хочу, чтобы вы, родители, благословляли своих деток. Помнили, что это награда от Него. Да, не знаем, кем они будут. Может быть, кто-то из сыновей станет пожарником, который спасет ваш дом от пожара, от бедствия и так далее. Поэтому, друзья дорогие, не надо пренебрегать детками, которые сегодня в нашем собрании. Это наше наследие от Господа. Это Божья награда, Божьи подарки. Вы знаете, я хочу сказать, что когда рождаются в семье дети, задача родителей – это помочь еще одному человеку приобрести жизнь вечную, попасть в Царство Небесное, попасть в рай. Ребенок, которого родители приняли от Бога, создан Богом, смотрите, братья и сестры, для того, чтобы к Нему же и прийти. Бог дал эту награду, чтобы эта награда была воспитана и преображена в тот образ, который Бог создал по образу и подобию своему, и этот человек мог войти в Царствие Божие. Поэтому для родителей, получающих эту награду, друзья, надо дорожить этой наградою и благодарить Бога, что Бог послал. Вы знаете, в Евреям написано, я хочу прочитать 2 глава, 13 стих, 2 полустишье. Это, конечно, относится к нашему Господу Иисусу Христу, к Его задаче, когда Он пришел на эту землю. И вы помните, когда и уже пришли взять Иисуса Христа, говорят, кого ищете? Меня ищете? Их оставьте. Их оставьте, и учеников своих, как бы защищая от этих, которые пришли с колями, с мечами, отпускает их. Они, правда, разбежались, он остался. Их оставьте. И вот написано, знаете, когда он написано, до конца возлюбил их.
До конца возлюбил их. И, конечно же, Евреям 2:13 это сказано о Господе, когда говорит: «Вот я, Господь, и дети, наследие, которых Ты дал мне, мне дал Бог, дал мне Бог». Дорогие, как хотелось, чтобы мы, вот, придя к Богу, сказали: «Господи, вот я, такой, как есть, и дети, которых Ты мне дал». Вот ту награду, которую Ты мне вручил на короткое определенное время. Вот они, дети. Я и вот мои дети. Друзья, я думаю, для меня было бы это счастье, если бы я мог сказать на склоне лет, что вот я и дети, которых мне дал. А может быть, еще прихватить и внуков. Дай Бог, чтобы это было в жизни каждого человека. Получив награду от Господа, мы должны вот с честью ее возвратить Господу. И Господь молился о детках, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Мы сегодня будем молиться, дорогие братья и сестры. Я бы хотел, чтобы все молились о Верочке, маленькой девочке, и о родителях, чтобы Господь дал им мудрости. Аминь. Помолится Мария, Игорь, и также я совершу молитву. Я благодарю Тебя за это прекрасное утро. Я благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам возможность приходить в Дом Твой и быть, Господи, членами этого церкви. Господи, я благодарю Тебя за то, что мы деток наших можем приводить к Тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, что Ты даровала жизни моей, Господи, за этот светлый день, за, Господи, то, что Ты услышал наши молитвы и послал нам Верочку. Слава Тебе, Господи, за то, что она родилась здоровенькая. Господи, хорошенькая, она радует сердца наши и благословение нам приносит. Слава и благодарность Тебе. Я даю ее в руки Твои, прошу, благослови на все дни жизни ее, Господи. Да, чтобы она любила Тебя, да, чтобы она служила Тебе, Господь, и имела крепкую веру. Слава Тебе за все, Отец Небесный. Аминь. Аминь. Небесный Отец, слава Тебе и хвала за этот воскресный день, что дал нам быть в доме Твоем, Господи. Самое главное, спасибо Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, через Которого мы имеем спасение, Господи. Слава Тебе за отвеченную молитву, Господи, что Ты послал нам Верочку. Просим Твоего благословения на ее жизнь, Господи, чтобы она принадлежала Тебе, служила Тебе с юных лет. Благослови ее мудростью Твоей, здоровьем, Господи, чтобы она полностью служила Тебе. Дай нам мудрости правильно ее воспитывать, научить любить ее. Тебя, Господи, благослови весь этот день. За все Тебе слава и хвала, наш Господь и Бог. Просим во имя Иисуса. Аминь. Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя и славим за этот утренний, ранний воскресный час, когда мы могли собраться в Доме Твоем для того, чтобы поклониться Святому имени Твоему. И в этот час, Господи, мы благодарим Тебя сердечно за Марию и Игоря, которых Ты обильно благословил эти 10 лет жизни. Слава Тебе, что Ты подарил им деточек. И вот сегодня, Господи, они принесли в Дом Твой, в Церковь Твою, Верочку, маленькую их дочь, Господь милосердный. Мы просим Тебя, пусть Твоя святая благодать будет на ней. Благослови ее, Господь. Помоги, чтобы она возрастала и духовно, и физически, и умственно правильно, и по возрасту приняла Тебя как личного спасителя и Господа. Даруй Марии и Игорю воспитывать своих деток в учении наставлений Господнем. И пусть благодать Твоя и милость будет над этой семьей. И мы благословляем эту девочку по слову Твоему. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит Господь светлым лицом своим на Тебя и помилует Тебя. Да обратит лицо свое Господь на Тебя и даст вам мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Приветствую вас, дорогая церковь! Слава Господу, что Господь вновь позволил нам быть здесь, в доме Его. И сегодня Он что-то хочет сказать нашим сердцам. Для этого мы и собраны здесь, для того, чтобы вникать Его в Слово, для того, чтобы Господь работал над нашими сердцами, над нами, и чтобы мы могли достигнуть вечности. Все мы когда-то пошли за Господом, последовали, давая обещание Ему доброй совести. И для какой цели? Для того, чтобы быть с Господом вечно.
И место Священного Писания перед нашей общей молитвой мы будем читать из Деяния святых апостолов с 1 главы. Прочитаем 3 стиха с 6 по 8. Деяния святых апостолов, 1 глава, 6 стиха. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не всё ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Когда Иисус Христос родился на эту землю, когда вышел на миссию в 30-летнем возрасте, мы знаем, что Господь избрал себе 12 учеников, которые впоследствии стали апостолами. Не все, мы все прекрасно знаем, но они на протяжении всего времени, когда ходили с Иисусом Христом, ожидали, что Иисус Христос вот-вот должен воцариться. И мы знаем даже такой момент, что когда Он накормил 5000 человек, и Его хотели как бы нечаянно воцарить, потому что вот такой царь им нужен, который может кормить из ничего, делать все, который может воскрешать, который может исцелять. Такой царь им нужен. И у учеников складывалось такое мнение, что вот-вот Он должен воцариться. Поэтому у них и были иногда между собой и споры. Кто же из них вот в царстве будет большим? Кто поближе к Иисусу Христу сядет? Даже мы знаем, что мать ходатайствовала за своих сыновьях, чтобы Господь, ну, как-то их поближе к себе посадил в царстве. И вдруг Христос распят, Его похоронили. Какое разочарование учеников! Впоследствии мы знаем, что Христос воскрес, является Своим ученикам, и вот Он их собирает на гору, на Елеонскую гору, и они, когда восходят, думают, ну вот, теперь наступило время, когда мы воцарим этого царя и будем царствовать, как во времена Давида, а еще лучше Соломона, и будет царство такое вечное, непоколебимое. И задают Христу вопрос, «Господи, не вот, ну не сегодня ли? Не сейчас ли?» Он говорит, не ваше дело, то, что вы думаете, это не ваше дело. Но вы должны быть мне свидетелями. Дорогие, знаете, иногда мы как бы в наше время, мы последователи Господа, ученики Иисуса Христа, как бы хотим поправить Господи. Господи, Господа, Господи, вот ну не так, вот в моей жизни ты что-то вот ошибаешься. Вот у меня же были совершенно другие планы. Я же ну, совершенно о другом думал. А у меня происходит по-другому. Я планировал вот так, а у меня в жизни по-другому. И мы как бы хотим Господа поправить, как ученики хотели. Ну вот, Господи, что-то не так. А Господь говорил о совсем ином царстве. Сегодня, может быть, в нашей жизни мы хотим как-то поправить Господа. Господи, не все так, как мы планируем, не все так, как мы думаем. Господь говорит, это не ваше дело. А что сегодня Господь поручает нам? Я хотел бы сегодня коротко остановиться на 8 стихе, на 2 полустишье. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сегодня Господь поручает нам о том, что мы чтобы мы были свидетелями Иисуса Христа. Может быть, здесь находятся молодые люди, которые не знают по-русски, что такое свидетель. Свидетель – это тот человек, который присутствовал при каких-то обстоятельствах. И потом он может об этом рассказать, что я там был, я это видел. Допустим, случилась какая-то авария, и вы присутствовали рядом. И потом вы подошли и сказали, я все видел, я могу об этом рассказать, как все происходило. Вы являетесь свидетелем того или иного происшествия. Иисус Христос говорил своим ученикам, что вы будете
моими свидетелями. Где? В Иерусалиме. Дорогие, что сегодня для нас является Иерусалимом? Мы свидетели Иисуса Христа. Что является для нас Иерусалимом? Наша семья. Прежде всего, наши дети, которым мы должны свидетельствовать. Знаете, я так думал, почему у нас в наших семьях возникает сегодня языковый барьер. Я не против ни в коем случае английских собраний. Я знаю, что мы приехали в эту страну, и это необходимо, это нужно. Но почему в наших семьях возникает языковый барьер? Потому что, дорогие, мы не были свидетелями нашим детям. Мы им не проповедовали в своих домах. Если бы мы проповедовали своим детям на нашем языке в своих домах, они сегодня бы знали библейский язык, они бы знали слова библейские, простые. Некто посадил в своем винограднике смоковницу. Спрашиваешь, кто такой некто? Не знает. Это библейское слово «некто». Кто-то посадил в своем винограднике. Один человек. И вы знаете, если бы мы в своих домах просто по-детски объясняли каждое библейское слово, сегодня они понимали бы все библейские истины. Дорогие, наша проблема, что мы в своих семьях не являемся кем? Свидетелями. Свидетелями, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. Дорогие, мы должны быть свидетелями в Иерусалиме. Апостолы были свидетелями в Иерусалиме. Мы знаем, что в день Пятидесятницы сколько присоединилось? Около 3000 душ человеческих. Потом в этом же Иерусалиме присоединилось около 5000. И знаете, это была проповедь апостолов. Сегодня мы не являемся свидетелями в своих домах. Сегодня мы готовы отдать своих детей в воскресную школу, чтобы где-то на группах дети наши учились Писанию, учились. Да, сегодня воскресные классы, они работают, сегодня действуют, сегодня там учат наших детей. Но, дорогие, учат не на нашем языке, а на английском языке, потому что для них это ближе, это дороже. Но если бы мы были свидетелями в своих домах, личной жизнью, свидетелями о Слове Божьем, об Иисусе Христе, сегодня бы наши дети знали бы нашу речь. Также вы будете свидетелями в Иерусалиме. Что такое сегодня? То есть будете свидетелями в Иудее. Что сегодня для нас является Иудеей? Вы знаете, я тоже думал на эту тему. Интересное такое место, что когда Иисус Христос сидел там у сихаря, у колодца в сихаре, и когда вышла самарянка, и он стал беседовать с ней, и она говорит: «Как ты, будучи иудей, беседуешь со мною, с самарянками?» Почему? Потому что иудеи с самарянами не общаются. Что сегодня для нас является, братья и сестры, иудеи? Я думаю, что это церковь, куда мы приходим, это где мы учимся. Сегодня мы не можем церковь как-то соединить с миром. Сегодня не смешиваются. Хотя, знаете, по нашему, может быть, внешнему виду, по нашей жизни, оно как-то соединяется, начинает смешиваться. Но вы знаете, что мы должны быть свидетелями в Иудее, в церкви. Всегда. И нашим внешним видом, и нашим поведением. В церкви мы должны быть свидетелями. К большому сожалению, иногда, может быть, на наших семейных собраниях, когда мы собираемся, мы можем, ну, как-то показать свой пыл, свой интеллект. И знаете, как это, может быть, нехорошо отражается на молодых членах церкви, которые только вступили в члены церкви, и как порой мы для них не являемся добрым свидетельством. И сегодня Господь хочет, чтобы мы были свидетелями в церкви для молодых наших членов церкви, чтобы мы отображали образ Иисуса Христа в нашей внешности, в наших взаимоотношениях. Сегодня, знаете, пока нас, может быть, гладят по головке, говорят хорошо,
и мы хорошие. Но стоит что подойти, кого-то обличить или что-то подсказать, оказывается, не все так гладко, не все так хорошо. Господь говорит, вы будете мне свидетелями в Иудее. Как бы хотелось, чтобы мы были добрыми свидетелями в церкви. Также свидетелями в Самарии. Что такое сегодня для нас Самария? Это окружающие нас люди, наши соседи, наши сослуживцы, с кем мы учимся, с кем мы, может, несем служение по работе, с кем мы обращаемся, вращаемся вне церкви. Это наша Самария. И вы будете свидетелями в Самарии, дорогие. Что сегодня скажут о нас наши соседи? Могут ли они сказать, что это живет рядом с нами Христос? Являемся ли мы личным свидетельством Иисуса Христа перед внешним миром? Действительно ли в магазине, когда мы стоим в очереди, могут сказать, что это стоит христианин, что это стоит Дитя Божие? Являемся ли мы свидетелями? Дорогие, сегодня я хотел бы, чтобы мы действительно исполняли волю Божию, чтобы мы исполняли Иисуса Христа слова, которые Он сказал, «И вы будете мне свидетелями». Хотелось бы, чтобы мы были свидетелями. Но почему иногда мы не являемся свидетелями Иисуса Христа? Здесь в первом полустишье, в 8 стихе написано, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы знаете, иногда у нас нет этой силы, потому что мы не вполне открыты для Духа Святого, чтобы Он руководил нами, чтобы Он руководил нашим сознанием, нашей жизнью. И сегодня в наших молитвах давайте мы откроем наши сердца перед Господом, чтобы Господь дал нам силы быть добрыми свидетелями в своих семьях, в церкви, где мы вращаемся, на работе, в учебе или где мы, может быть, находимся, чтобы мы были добрыми свидетелями. И также до края земли. Сегодня Господь определяет особых. Мы знаем, из апостолов это был апостол Павел, Сила, Варнава. Немногие, которые были посланы для того, чтобы свидетельствовать до края земли. Но Господь и сегодня избирает себе детей Божьих, которые свидетельствуют до края земли. И как хотелось бы, чтобы те люди, те наши члены церкви, которые едут свидетельствовать туда, дальше этих пределов, может быть, куда посылаются на миссионерское служение, как хотелось бы, чтобы вы также на тех местах были добрыми свидетелями, которые могли бы свидетельствовать о славе Божией. И сейчас будем молиться и просить Господа, чтобы Господь благословил всех нас, потому что Он каждому из нас поручает это поручение – быть свидетелями Его, Его славы, Его милости, Его любви, которую Он к нам проявил. И сегодня мы можем свидетельствовать о Нем очень много, что Он сделал в нашей жизни и что Он совершил для нашего спасения. И хотелось бы, чтобы мы были этими свидетелями везде. Аминь. Thank you.
угольник не сгорая из огня Бога. Хочу прочитать место Священного Писания, на основании которого написан этот стих, который вы сегодня послушаете. «Верую Ной, евреям 11:7. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея построил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир и стал наследником праведности». По вере. Он стал объектом злобных шуток. О нем пустили слух. Больной, но Богом данный промежуток употребил достойно Ной. Ковчег он мужественно строил,
120 лет к спасению звал. Увы, тогдашние герои отвергли Божьи слова. Прогноз науки: невозможно в воде достичь верхушек гор. Ты одержим идеей ложной, травили грешники его. Но строил он и Богу верил, пока не хлынули дожди. Закрылись благодати двери, и он услышал: подожди, Ной, подожди, нам нужен воздух, мы задыхаемся в воде. Не мною дверь закрыта, поздно, сказал он в этот страшный день. 120 лет, подумать только, Ной проповедовал потоп. Над ним смеялись до потопа, но горько плакали потом. А поколения сменялись по океану жизни мчась. Как допотопные смеялись, смеются люди и сейчас. У многих иссякает вера, разъел сердца безбожный яд. Но Слово Божье неизменно. Земля и все дела на ней сгорят. 2000 лет. Подумать только, церковный строится ковчег. Друзья, держитесь веры стойко, имея на бессмертие чек. Безумно было бы смеяться, грозит вам огненный потоп. К чему веселье и яство, когда мир гибели готов? За что вы продаете душу? Смотрите, ближе рыжий конь стремится вырваться наружу свирепый атомный огонь. Господу Господу, 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 Господу
Вам, братья и сестры, перед нашей еще одной молитвой мы с вами откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха, и мы прочитаем и порассуждаем. Евангелие от Луки, известная история о Марфе и Марии. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой.
У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Тема моей проповеди сегодня – забота, заботы нужные и ненужные. И прочитал я этот текст, чтобы он послужил таким трамплином для следующих мыслей. Я признаюсь вам честно, что я не знаю, что означает фраза Иисуса Христа «одно только нужно». Марфа заботилась о большом угощении. Здесь это ясно написано. В слово «большое угощение» входит очень много суеты. Может быть, было там много очень блюд. Они должны были быть как-то расставлены, и гости, и так далее. Это действительно достаточно много суеты и заботы. Что имел в виду Иисус, когда Он сказал Марфе «одно только нужно», я не знаю. Я знаю толкование богословов, что, возможно, Иисус имел в виду, что нужно из всей этой суетливой жизни выбирать общение с Богом. Это самое главное, это никогда не отнимется. Или же благоговение научиться сидеть у ног Иисуса и принимать эти духовные бесценные истины. Может быть. Может быть, как один богослов говорит, Иисус просто очень практически сказал, что не надо столько много блюд. Не надо столько много еды, достаточно что-то очень малое, простое, может быть, в единственном экземпляре. Главное не это, чем забить желудок. Может быть и так, я не знаю. Все, что я хочу взять отсюда, обратить ваше внимание на то, что Иисус сказал, что есть заботы, которыми можно пренебречь, но есть что-то, которым нельзя пренебрегать. То есть вещи, которые мы можем просто забыть и должны забыть, а есть вещи, на которых нужно уделить особое внимание. То есть полезные заботы, нужные заботы и ненужные заботы. Мы с вами действительно живем под грузом определенных забот. Если сегодня спросить у человека любого, есть ли что-то в твоей жизни, о чем ты заботишься, что наполняет твое сердце, о чем ты думаешь, я более чем уверен, даже здесь, в церкви, мы вот сидим верующие люди, если мы вспомним, у нас действительно есть, о чем мы переживаем, о чем мы заботимся. И я хотел бы, не смешивая все в кучу сегодня, да, слово «забота» мы сразу воспринимаем и думаем, что верующий человек не должен ни о чем заботиться. И об этом написано в Библии, я сейчас об этом прочитаю. Но все-таки есть вещи, о которых Господь говорит, верующий должен заботиться. Давайте мы проведем эти разграничения и посмотрим, какие существуют заботы. Первое, я хотел бы прочитать Марка 4, 18, 19. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода». Первый вид забот – это не наши заботы. Это заботы века сего. И об этом Господь очень четко говорит. Существуют заботы века сего. Они не наши заботы. И мы на них не должны обращать внимания, тем более не должны становиться под грузом этих забот. Что это за заботы века сего? Подчеркивается, это мирские заботы. Век сей – это безбожный мир, это безбожный век. Есть ли в этом мире заботы? Конечно, есть. Но это присущие только миру эти заботы. Откройте любую газету, откройте любой сайт интернета, откройте любой светский журнал. Что мы видим на первых страницах? Что беспокоит этот мир, о чем этот мир заботится, о чем переживает этот век сей? Вы обязательно увидите там следующее. Это политика, это искусство, спорт,
это телевидение, это реклама, это музыка, это похождение светских львиц или каких-то знаменитых актеров. Нам рассказывают и описывают, кто на ком женился в который раз. Ребенок родился от какого отца. Нам рассказывают, какой спортсмен купил какой особняк, какой у него годовой доход и сколько он выиграл в этом матче. И ощущение такое, что миллиарды людей должны следить за тем, как кучка миллионеров живут и процветают. Спорт на первых страницах, какая команда выиграла, какой спортсмен одержал какую победу и так далее, и так далее. Все, что касается жизни людей, все, что касается философии жизни, все, что касается духовных истин, выгребается куда-то на задворки этих печатных изданий. Они никому не нужны. И этот мир прекрасно понимает, их не должно заботить такие вопросы, как вечность, жизнь, что после смерти, существует ли смысл жизни. Они пытаются убрать эти все животрепещущие вопросы, чтобы у человека создалась иллюзия, что вот жизнь такая, как на первых страницах этих изданий. Весь этот гламур преподносится нам, чтобы люди, смотря на это, либо завидовали, либо бы пытались достичь таких же условий жизни. Господь говорит, что это заботы века сего, и они не должны нас заботить. Одно из печальнейших переживаний, когда дети Божии до хрипоты могут спорить, какая команда спортивная лучше, или ставить даже деньги на то, кто выиграет в этом матче. Если кто-то очень переживает, есть театралы, есть киноманы, у них целые склады фильмов, книг и так далее, и так далее. Они переживают за какого-то актера. Они способны плакать, смотря какой-то фильм, или рвать на себе одежду, если их команда проиграла. Это позор церкви. Я когда приехал в Америку, встретился с одним молодым человеком, служителем. Он говорит: ты знаешь, у меня есть одна слабость. У меня есть любимая баскетбольная команда. Я не могу пропустить ни одну игру этой команды. Я переживаю, когда она проигрывает, и радуюсь, когда она выигрывает. Я для этого купил огромный телевизор, установил большие колонки, чтобы был звук и была игра. И я весь там. Я умоляю мою жену: не трогай меня, не зови меня, не проси ни о чем, пока идет матч. Потом я тебе все сделаю, либо до, либо после. Я весь там. Это заботы века сего. И Господь четко говорит, что эти заботы, если они войдут в жизнь человека, христианина, они способны уничтожить духовные ростки. Они способны рассеять наше духовное внимание и фокус нашей жизни. Второй момент. Какие еще бывают заботы? Если эти заботы не наши заботы, то какие заботы наши? Лука 21:34. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». А вот здесь мы приближаемся уже к нашим заботам. И эти заботы названы житейскими заботами. Они не заботы века сего, они житейские заботы. Это те заботы, о которых Федор Тютчев сказал, это круг убийственных забот. Это то, что поглощает нас, это наше здоровье, это наше материальное благополучие, это жизнь наших детей, это судьба наших родных и близких, это условия проживания, это то, что является, в принципе, нашей жизнью. Как Господь говорит нам, как реагировать? Говорится ли о том, что вообще мы ни о чем не должны заботиться? Или же есть какая-то мера в наших заботах? Обязательно должна быть мера. И если в первом случае мы абсолютно не должны заботиться, какая команда одержит какую победу, какому художнику вручат какую там премию и так далее, то в этом случае есть определенная граница. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне».
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Матфея 6, 31-34. Обратите внимание, вот когда говоришь, что верующий не должен заботиться, человек сразу говорит: «Так что мне лечь на диване, свесить ноги, включить телевизор, и что, хлеб, одежда, все это придет само по себе?» Нет, конечно. Но здесь Иисус акцент делает: не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня своей заботы. Вот сегодня мне надо идти на работу, и я должен идти. Сегодня мне нужно думать о судьбе моего ребенка, о себе, о жене, о близком и так далее, и так далее. Сегодня Иисус говорит: для каждого дня достаточно своей заботы. Но когда человек переходит границу и начинает думать о завтрашнем дне, а что будет завтра, а что будет через год, а как я буду жить, а что будет с детьми через год? Вы знаете, говорят, что 80% забот завтрашнего дня или о завтрашнем дне практически не исполняется. Мы не сталкиваемся с ними. 80% они либо рассеиваются, либо с нами что-то происходит. Но то, что часто мучает нас о завтрашнем дне, что будет потом, в принципе, этого потом не происходит. Но человек сегодня страдает, теряет сон, поглощен мыслями, он переживает, он от чего-то отказывается и так далее, и так далее. Он просто под бременем этих забот. И обратите внимание, не столько сегодняшних, сколько завтрашних. И в этом случае Господь говорит в Своем Слове: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:6-7. Другими словами, верующие должны отдать свою жизнь, включая не только душу и дух, включая бытовые вещи, отдать в руки Господа. И если Слово Божие говорит, что Он печется обо мне, значит, Он уже подумал, что я буду есть, во что я буду одеваться, и где я буду работать, и откуда придут ко мне деньги. Он это знает. От того, что я переживаю за следующий год, ничья разрушая сегодняшний день. И в этом проблема многих христиан. Они осуещены, или как сказать, суета в голове, суета в мыслях, забот полон рот. И поэтому они как личности настолько погружены в это, что они не относятся даже к сегодняшнему как бы дню. Они где-то в будущем. Это печальная сторона. И в этом смысле вот второй вид забот, житейских забот, должен быть очень четко разграничен нашим доверием, верой в то, что Господь знает, что будет со мной завтра. Ну вот третий вид забот, на которых я хотел бы остановиться, о чем бы хотелось бы поговорить, это заботы необходимые. И о чем говорит Господь? Эти заботы нельзя даже разграничивать. От этих забот нельзя отворачиваться. Эти заботы необходимы. Что это за заботы, о которых Господь говорит мне, чтобы я заботился об этом? Первое. Иметь Бога в разуме. Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Одного человека спросили: «Как к тебе относятся твои дети?» Он сказал: «Как к Богу». Говорит: «А что ты имеешь в виду?» Он говорит: «Ну, редко меня слушают, когда я что-то говорю, не обращают внимания, игнорируют мои просьбы, иногда делают вид, что меня вообще не существует, но как только им плохо, быстренько меня зовут». Вот так относятся дети. Братья и сестры, многие люди относятся к Богу вот именно так. Немножко не слушаем, немного не слышим, игнорируем. Но когда нам плохо, мы тогда вспоминаем, что Он есть у нас. Иметь Бога в разуме – это не иногда обращаться к Богу, когда тяжело. Иметь Бога в разуме – это постоянно быть с Ним в контакте. Иметь Бога в разуме – это иметь руководителя и наставника в жизни.
Это постоянное сравнение своей жизни с теми постулатами или с теми правилами поведения, которых описано в Слове Божьем. Бог говорит в Римлянах, апостол Павел говорит, что когда Бог видел, что человек не заботится иметь его в разуме, хотя для того, чтобы иметь Бога в разуме, Бог сделал все, начиная от природы, заканчивая внутренним нравственным законом, который Он вложил в каждое человеческое существо. И когда человек не заботится об этом, или более того, ломает это все, пренебрегает этим всем и закрывает глаза на очевидные Божьи доказательства, тогда написано, Бог предал их превратному уму. И они начинают делать непотребство. Очень страшная ситуация. Человек, оказывается, должен заботиться не столько о хлебе насущном, не столько во что я буду одет и как я буду выглядеть, сколько есть ли Бог у меня в разуме. Разум наш – это процесс мышления, постоянно мы всегда о чем-то думаем. И даже когда мы говорим, я постараюсь о чем-то не думать, мы в этот момент особенно думаем о том, чтобы не думать. Наш разум не может отключаться, если мы не без сознания. Мы постоянно о чем-то думаем. И вот Господь говорит, что в твоем разуме? Чем наполнен твой разум? Что волнует тебя? О чем ты переживаешь? О чем ты заботишься? Если мы, даже как верующие люди, не заботимся иметь Бога в разуме, а это и трезвомыслие, это и благочиние, это и благочестие, это и просто духовное созерцание, это оценка того, что происходит вокруг меня с позиции Бога. Если этого нет, то я обязательно скатываюсь на какой-то уровень, другой. Как только Бог уходит из разума человека, а человек подпадает под власть похотей, под животные инстинкты, и человек начинает вести себя как животное. Он и огрызается, он и готов напасть, он защищает свою территорию, он делает все, что он хочет, потому что нету тормозящего какого-то средства в голове. Почему там в первом послании, вернее, послании Римлянам написано, что люди стали делать непотребства, они превратились в животных, потому что сначала не было переживания или заботы о том, чтобы Бог оставался в разуме, чтобы Бог постоянно был на передовых позициях моих мыслительных способностей. Второе, о чем должны думать или переживать дети Божии, о даре Духа Святого. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». 1 Тимофея 4, 12, 15. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 2 Тимофея 1, 6. Дар Святого Духа. Дело в том, что кроме дара спасения, мы еще получаем дар Святого Духа. И этот дар невозможно как кубок или как вазу установить где-то и наблюдать, смотреть и радоваться, что у меня есть это. Просто наслаждаться видом этого дара. Этот дар необходимо постоянно использовать. И чем больше мы возогреваем этот дар, тем больше результата в нашей жизни, тем больше успех становится очевидным. И чем меньше я обращаюсь к этому моменту, я не радею о пребывающем в даровании, то со временем я оказываюсь как тот человек, которому Господь сказал, возьмите у него талант и дайте тому, кто имеет 10 талантов. И говорят, Господи, но у него уже есть. И Господь говорит, у кого есть, будет еще, а у кого нет, отнимется и то, что он имеет. Вы знаете, сколько сегодня христиан сидят на рядах, которые когда-то подавали надежды, которые были наполнены энергией, они готовы были и проповедовать, и петь, и свидетельствовать, быть миссионерами, и от них тянулся такой шлейф свидетельств о них. Говорили, какой это горячий человек, как он много делает для Господа, какое у него стремление, с него что-то получится, потому что дар в нем слишком очевиден. Но эти люди запутались.
Эти люди не обратили внимания на то, что этот дар не статичный. Он должен развиваться. Его нужно кормить. О нем нужно заботиться. В этом нужно пребывать. И только тогда успех для всех становится очевидным. Сегодня время, может быть, даже покаяться тем, который когда-то пренебрег этим даром. Ведь тело Христа, каждая частичка Его тела существует, работает, развивается, укрепляется во благо всего организма. И если какая-то часть перестает реагировать на движение всего организма, он атрофируется, и постепенно эта часть приносит даже нагрузку всему телу. Братья и сестры, если бы каждый из нас задавал бы себе вопрос: «Господи, где мое место в церкви? Чем я могу прославить Тебя? Чем я могу заняться? Что я могу сделать, Господи, как сказал однажды Павел на пути в Дамаск? Что повелишь мне делать?» Не просто созерцание, не просто медитирование, не просто молитвенное общение и все. Есть что-то, что должно меня заботить. Где я, Господи, в теле Твоем? Глаз я, ухо или волосинка? Что я из себя представляю? Насколько я работаю в Твоем винограднике? Господь дал каждому из нас что-то, и Он за это спросит. Третье, о чем мы должны заботиться – забота о других. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, Филиппийцам 2:4-5. Дело в том, что мы по своей природе видим себя, слышим себя, переживаем о себе и любим себя. Мы аккумулируем все в себе, мы притягиваем все к себе. Я оцениваю окружающих, как они относятся ко мне. Я смотрю, как жена любит меня, как дети любят меня, как они слушаются. И очень редко мы думаем, а как я отношусь к кому-то. Мне обидно, что кто-то что-то сказал, мне обидно, что не оценил, прошел мимо. Я все это замечаю, но я абсолютно не замечаю, когда я прохожу мимо, когда я не обращаю внимания, когда я кого-то не люблю, когда я к чем-то не жертвую для других. У меня это отсутствует. Мы все ручонками тянем к себе порой. У нас ладошки закрываются, когда что-то туда попадает. Это наша натура, это наше естество. Но Слово Божие говорит не о себе только. Каждый заботься, но каждый и о других. Братья и сестры, если в нашей жизни нету слова «другие», и в это слово не входят мои дети, моя жена, моя семья, мои родители, другие, они даже близко не подходят ко мне по родственным отношениям, или же они не мои даже друзья, они просто другие. Они могут быть мне далекими людьми, чужими совершенно, но они для меня другие. Поэтому если этого другого нет в моей жизни, я делаю это этому другому не потому, что я испытываю симпатию, не потому, что я просто влюблен в этого человека. Я это делаю, потому что я забочусь, чтобы не только мне было хорошо, но и другому тоже. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Поэтому заботься и о других. Если спросить, сколько я забочусь о себе в течение дня, в течение моей жизни, и сколько я забочусь о другом человеке. Стыдно признаться, но большее количество времени я думаю о себе любимом, о себе дорогом, потому что я вижу свои нужды, я вижу, что мне нужно сделать, но другой, он очень где-то далеко. Что интересно, Господь это видит тоже. Как только мы больше зацикливаемся на себе, то Господь это видит и знает. Это характер уже говорит о том, что мы плотские, мы самоцентричны, поэтому и благословение закрывается. Иов, когда помолился о друзьях своих, Господь ему все дал. Мы закрываем себя от благословений, когда думаем только о себе. И последнее, мы помолимся, четвертый вид забот – забота об угождении Господу. Неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу?
а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Это написано в первое послание Коринфянам, 7 глава, с 32 по 34 стихи. Забота, неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? Братья и сестры, солдат, выполняя приказ командира, он не угождает командиру. Вы согласны с этим? Когда мы идем на работу, или отрабатываем свои 8 часов, или делаем то, что нужно по своей профессии, это не значит, что я угодил моему начальнику. Это значит, что я сделал то, что я должен был сделать. Фраза «угодить Господу» – это нечто большее, нежели просто читать Слово, молиться, приходить в Дом Божий, общаться. Нечто большее. Эту фразу можно перевести как «делает что-то приятное». Вот когда написано, что не женатый заботится о Господне, как угодить Господу, а женатый заботится, как угодить жене. Что значит мужу заботиться, как угодить жене? Ну, естественно, это не вещи, которые он обязан делать. Но когда он думает, как сделать жене приятное, это уже идет выше его обязанностей, выше какого-то стандарта поведения мужа или жены в семье. Когда человек думает сделать так, чтобы вторая сторона оценила это, и второй стороне было приятно увидеть мое желание, мою ревность, что я сделал, подарок это, или поступок какой-то. И когда это сверх ожиданий человека, тогда мы говорим, он угодил. Угождение не зиждется на раболепии. Эта фраза «заботиться об угождении Господу» имеет основание в любви. Когда я люблю человека или кого-то, я не знаю, не надо мне говорить, что пойди купи цветы, сделай приятное. Это в тебе, оно живет в твоих мозгах. Ты постоянно думаешь об объекте твоей любви, и ты стараешься сделать что-то приятное. Когда мы думаем о Боге, то обязательно мы будем желать что-то делать приятное для Бога, чтобы Господь оценил. Итак, 4 заботы, необходимые для верующих. Иметь Бога в разуме, заботиться о других, заботиться об угождении Господу. И еще одно, что я прочитал, забота о даре Святого Духа. Мы делаем одну большую ошибку. Эта ошибка нам очень дорого стоит. Мы заботимся о том, о чем не стоит заботиться, и мы не заботимся о том, о чем стоит заботиться. Когда мы будем заботиться о том, что важно для Бога, тогда Бог будет заботиться, что важно для нас. Тогда происходит правильная жизнь, тогда мы правильно живем и имеем благословение. Как только мы берем на себя ту заботу, которую Бог не хочет нам дать, мы обременяем себя нагрузкой, и мы топчемся, мучаемся, страдаем, и у нас нет никакой радости. Как только мы начинаем заботиться о том, что Бог сказал, о чем нам нужно заботиться, тогда Он на себя берет, на свои плечи, все наши сегодняшние, завтрашние, послезавтрашние заботы. И тогда действительно это бремя снимается, и тогда действительно у нас остается время славить Господа, думать о Нем, жить для Него. И пусть Бог поможет нам никогда не путать эти заботы. Пусть Господь нам даст желание, веру, понимание, где наши должны быть заботы, о чем мысли наши должны, на что должны быть посвящены наши мысли, чтобы снять с себя тот груз ненужных забот и надеть на себя то, что необходимо. Пусть он будет всегда у нас в разуме. Пусть Дух Святой всегда будет рад за нас. И пусть его дар проявляется через нас. И придет то время, когда он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, ты сделал все, что ты мог, поэтому войди в радость Господина твоего». Ему слава за все. Аминь. Thank you.
закончим наше собрание краткою молитвою. Итак, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.